университета в разделе «Весна студенческая» прочитала о том, что в фестивале существует более 50 направлений. Значит, каждый может себя проявить в чем-то? Действительно, так и есть. И даже более того, я думаю, что многие из собравшихся в этом зале участвовали в фестивале. И, возможно, даже не раз. Давай узнаем. Друзья, поднимите руки те, кто уже участвовал в фестивале. Судя по такому большому количеству людей, фестиваль пользуется популярностью среди студенчества нашего университета. Друзья, а значит, вы знаете, как важны ваши аплодисменты поддержки. Давайте поддержим наших конкурсантов, ведь они действительно волнуются. А мы за кулисами им передадим, что вы готовы их встречать. Аплодисменты! Уважаемые друзья, как вы думаете, кто больше всего устает на фестивале? Ну, конечно же, наше жюри. Итак, представьте, в жюри фестиваля конкурса оценивает последнюю команду выступающих. Так, давайте соберемся, последнее выступление отсудим и все. Так, я пас. Вот уже какой день идет весна студенческая? Третий. Вот, я уже 3 дня ребенка из садика не забирал. Он скоро уже ставку сторожа там получит. Подожди, не уезжай. У меня сейчас сын выступает. Первый раз на сцене, волнуется наверняка. Давай посмотрим. На сцене сводный хор имени Чехова. Ну и которая из них твоя? Ну как? Сольно выходил, в начале конкурса микрофон ставил. Талант! Достойно, достойно! Это еще что, он еще не раз себя покажет сегодня. Жду прям! В жанре художественное слово выступает Иванов Сережа с производением «Эхо». Вот, ребят, самый веселый конкурс весны студенческой. В смысле? Ну в смысле. Сейчас он читает стихотворение, да? Ты выбираешь любую строчку и придумываешь на него веселую рифму. Разве не весело? Давай, я первый попробую. Привет ли зверь в лесу глухом? Наши столы покрылись мхом. Рубит ли рог, примит ли гром? Четвертый наш уж под столом. Поет ли дева за углом? Пора бы вам, ребят, дуртом. Да ну тебя, не весело с тобой. На сцене Маша Варламова. Нет, мне кажется, коллеги даже очень неплохо спела. А это не танец был? Вообще-то она заявилась в оригинальном жанре, это были фокусы. Вот это фокус, а! Поворот. Секунду. Нет, это нормально. Что-то с ним не то. Смотри, что он такой. Нет, я спрашиваю, это нормально? По пиццику? Да нет, я уже пиццу заказал. Ой. Конечно. Сейчас выступает уже в 5-й раз за сегодняшний день наш несменный гитарист, исполнитель, автор своих песен Сергей Михайлов. Встречаем! Ты что, это же не минута славы. Ты что творишь? Ребят, я все понимаю, да? Ну, уже 5-й раз в день. Гитара. Я не знаю, он бы что ли баян уже взял, а? Ну, а сейчас наше жюри удаляется на совещание. Не, ну а что куда-то ходить-то? Иньяс? Иньяс! Закончим нашу
выступления мы хотели бы словами благодарности нашему уважаемому жюри, которое каждый раз делает трудный и очень сложный выбор.